Строительство станции метро «Стрелка» начнется в феврале. Проект уже разработан, им занимается компания «Нижегород-Метропроект». Она же строила станцию «Горьковская». Но в отличие от предыдущих работ, «Стрелка» подразумевает жесткие ограничения по срокам строительства – не больше 3 лет. К началу 2018 года метро уже должно функционировать. Замечаний на самом деле было много, более 50 замечаний было по проекту. Тем не менее, эти замечания носили чисто технический характер и были достаточно быстро устранены. И мы получили положительное заключение экспертизы по технической части проекта. При проектировке учитывались в первую очередь требования ФИФА. К примеру, расстояние от выхода из метро до стадиона должно составлять не менее 1,5 километров. Федерация футбола объясняет это тем, что фанатам нужно время, чтобы по дороге унять свой пыл. О футболе будут напоминать некоторые элементы архитектуры и дизайна новой станции метро. Часть какая-то все равно внесла свою лепту чемпионата мира, скажем так, да, это и цветовое решение, и оформление лобных мест, художественное оформление, посвященное тематике футбола. А сама станция решена в виде Мещерского бульвара, может быть, с какими-то отголосками самого озера. Стоимость строительства составит минимум 14 миллиардов рублей, вызывает вопрос рентабельности именно этой линии метрополитена. Напомним, ранее планировалось продлить Горьковскую станцию до оперного театра и площади Сенной. Однако власти сочли «Стрелку» более актуальной в связи с чемпионатом мира 2018. Потратить крупную сумму для «Стрелки» будет крайне нерационально, считает урбанист Максим Смирнов и предлагает альтернативный вариант – трамвай. Он должен быть намного дешевле, раз в 2-3 как минимум, намного быстрее и проще в строительстве, но по транспортному обеспечению, то есть по провозной способности, он не сильно уступает метрополитену и вполне мог бы справиться с тамошними транспортными потоками даже во время чемпионата мира. Планируется, что вся Московско-Мещерская линия продлится до станции метро «Волга», что уже принесет большую пользу нижегородцам, в частности, жителям жилищного комплекса «Мещера». Однако, когда закончится его строительство, пока неизвестно. Валентина Тимонина, Гайнаевич, Георгий Захаров, Горький ТВ.